бежим, собака бежит. Прилетели сегодня на Гуа. Взяли пиво по 100 рублей в кафешке. Да. Креветок. Да. Сколько Олег отдал? 350 рублей? Да, 350 рублей. Угу. Да ты, мой родной, подавился от радости. У них все креветки готовятся, ну, они также в Шри-Ланке везде готовятся, в основном на гриле. Но я гриль просто не люблю, вот этот запах мне как-то не нравится. Ну, попросили вот, чтобы просто отварили. Ну, это получается, немножко обламываем сами себя, потому что порция стоит одинаково, а на гриле эта же порция подается либо картошка, либо рис, либо это, ну, приправы, специи, все идет. Как обещаешь, так слушай. Ты слушаешь внимательно. Ты его единственный зритель, да. Ты мой единственный друг на сегодня. Да. Поверь. Да. И был закат. Закат такой. Если Наташа сейчас вылезет у тебя в глаза. Что вылезет? Будешь вообще самый великолепный. Солнце садится. Народу, в принципе, мало. Что ж ты такой чекуешь? Что ж тебя, декабрьский гриб, да? Собачий гриб у тебя? Кубель. Кубелина. Хватит, снимайте его. Да. Ну, давай, ладно, тебя снимать. Да уже все, хватит. Сегодня я, блин, недоступен для себя. Да? Хватит. И что это было? Ты что, ко мне в сумку полез? Кабелина. Ты щипач? Ты что-то хочешь? Ты какой-то извращенец. На себя мать. А? Кабель, ты извращенец. Ты понял меня? Да. Ты мне все в песок тут и уделал. Иди отсюда. Вот ты, блин, а какой ты хитрый, Кабелина. Как тебя зовут? Уже прожжён. Как тебя зовут? Гуа? У тебя глаза грязные. Гуа. Я говорю, вылезли. Угу.